кружок мне нравится тем, что можно реализовывать свои мечты в жизни, все свои задумки. То, что есть очень много конструкторов разных. То, что можно участвовать в соревнованиях. Все это мне очень нравится. И этот робот, получается, макет двигателя внутреннего сгорания. Ну, мы как педагогическую университет, в общем-то, наша миссия – работать со школьниками, работать с педагогами. А что значит работать со школьниками? Значит, мы должны помогать им осваивать программы, дополнительные образовательные услуги оказывать. И вот мы считаем, что очень важно выявлять одаренных детей. У нас девиз есть – помогаем тем, которые созидают, помогаем тем, которые работают, помогаем тем, которые действительно хотят жить, учиться, получить образование и все остальное. Это слова Муртазы Гладуши, это председатель Совета благотворительного фонда «Урал». Когда вот вопрос стал, когда вышли с письмом, обращение когда было, он с удовольствием сказал, надо помочь, это наши дети, это наше будущее. Наша задача как педагогического университета перевести все это дело не просто на пришел, сделал, собрал, а на методический уровень, когда мы обучим не только детей работать, мы подготовим и педагогов, и переподготовим уже потенциальных педагогов, которые сейчас уже в школах работают, чтобы они у себя в школе могли внедрять это. А перспектива в том, что уже в этом году вот, соревнования по робототехнике, мировой чемпионат проводился у нас в России, в Сочи, и наши команды Республики Башкортостан достаточно неплохо там выступили.